Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, забираем с тобой ежедневные награды. Прошу прощения за то, что долго не выходило видосиков. Ребята, был очень занят. Но, надеюсь, теперь стабилизируемся, да? Войдем в свое русло и продолжим, как называется, в обычном режиме. Так, давай-ка заберем здесь награды. Поднять уровень серии испытаний, пробежимся. Так, и позарабатываем элементы на нашего паукуса. Давай-ка быстренько пробежимся здесь. Так, отлично, в бой. Естественно, в бой. Друзья мои, хотел запустить обновление. Сегодня вышло у нас на королевскую лихорадку Kingdom Rush. Но почему-то у меня не запускается. На телефоне запускается, а на эмуляторе нет. Поэтому не знаю, что делать. Подожду еще, наверное, денечек, другой. И если я не смогу запустить именно на эмуляторе, не знаю, придется, наверное, с телефона играть. Там уже посмотрим. Так, ну что, запускаем с тобой маузеров. Так, Рахзар выжил. Но это ненадолго, мы это исправим. Все, ребят. Так, серию испытаний пробежались. И теперь пойдем-ка мы с тобой искать нужные элементы на паукуса. Нам нужно его прокачать, как ты знаешь, именно по скиллам. Так, задание здесь. Забираем с тобой награды. Идем к паукусу и поднимем еще один левел нашему Донателло, чтобы сегодня он был у нас 98. Где наш паукус? Вот он. Значит, заходим в навыки, в липкую паутину, и нам нужно еще найти твою же налево. Так, 6 силовых ячеек Кренга. Одна есть. Только одна. Ладно, давай попробуем здесь найти. Вторая. Третья. Так, нам нужно... О, четвертая. Пятая и последняя. Давай, 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 не жмись. Да ё-моё, ну. Вот, все, ребята. Так, и нам нужно будет потом еще найти с тобой 18 комиксов. Но это уже в следующей серии. Здесь забираем награды. Так, хватает ли у нас мутагена для прокачки? По-моему, хватает. Нет. Буквально 700 мутагена еще нужно. Ну что, это добывается у нас через арену. Так, в испытаниях, друзья мои, нам надо пройти, наверное, сегодня черепашью бурю, потому что городская война, тени на солнце я уже прошел. А вот черепашья буря нам нужна. Мало того, что здесь мы получаем неплохо доллары, по-моему, здесь еще и получим жетоны. Так что давай быстренько с тобой заклепаем. К тому же у меня еще, как ты видишь, сыр весь не восстановился. Так, так, так. Думаю, что здесь у нас будет все нормуль. Пройдем на изи. Так, сколько здесь? 4 волны. Черепашечки родные мои. Так, ну здесь нужно, естественно, в первую очередь завалить майки. Тем более, как можно быстрее. Ну-ка, попробуем клинками его заколбасить. Отлично, все нормуль. Так, минус лево. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Теперь пробивной от Ваньки Стиранка и добивка Донателло. На второй волне нас поджидают Леонардо. Ну, короче, черепашки фильм. Давай сделаем шипы. Нормально. На третьей ролевые черепашки. Здесь можно выпустить волну и добить Лео. Ну и переходим на последнюю, где у нас классика. Так, возьмем, наверное, базуку. Выжили, ты посмотри, а. Минус и минус. Все, друзья мои, первую с тобой мы стадию прошли. Нужно еще две. Сколько мы получаем? 60 бакинских в общей сложности. Серебряные осколки нам не нужны, поэтому считать мы их не будем. 60 бакинских, осколки и ДНК на Микеланджело. Так, на втором эпизоде нам уже дадут, смотри, 15 долларов, 75 жетонов и одно ДНК на Донни Микеланджело.
ролевого. Так, смотрим. Ну, в принципе, здесь все нормально у нас. Поехали. Должны затащить. Единственное, что я сомневаюсь, ребята, успеем ли мы к концу, как говорится, недели получить топовое место. 3 дня, как говорится, я не играл. Ну как, я играл, но не на, как говорится, не на запись, за кадром. Было очень много дел, накопилось, еще себя плохо чувствовал, поэтому, ребят, сейчас вроде бы более-менее, но опять же, сегодня что успею, то успею, потому что мне буквально через 2 часа идти на работу. Как говорится, перед работой решил что-нибудь дозаписать там. Смотри, а как интересно, Микеланджело сейчас не получил урон от... Странно. Супер Шреддер сделал удар, но он не получил урона. Что произошло? Что это такое начало тут летать, я не могу понять. Так. Минус. И давай вот так вот, наверное. Вот здесь еще понятно, ребята. Здесь у него была отложена смерть, и то он погиб от постепенного урона. Но почему там Микеланджело не погиб? Вот это вот для меня был вопрос. Ребят, если кто знает, объясните, пожалуйста, мне в комментариях. Так, тихо, родной, давай-ка мы тебя уложим баньки, я тебе говорю. Все. Так, Рафаэльчик, тихо, ну что ты, ну... Ну зачем ты так пшикаешь? Отлично. Ну что, второй эпизод у нас тоже пройден, и остается последний. Вот насчет последнего я не знаю, сможем ли. В принципе, мы все эти эпизоды с тобой раньше проходили. О, как шикарно. На последнем эпизоде дают $20 и 100 жетонов. И как раз у нас хватает с тобой сыра. Ну что, слушай, а может быть нам вместо Зека взять Рокзара? Не, не надо. Не надо, Рокзар нам здесь особо не пригодится. А вот Зек, Зек пригодится. Ну что, опа. Не понял, юморка, с какого перепуга у них инициатива круче, чем у меня. У Зека, скажите ко мне на милость, а? Ай-яй-яй, провокацию взял. Защиту? Да вы что, совсем что ли опупели? Трындец, понаставили там на себя, ты посмотри. Ну-ка, Шреддер, давай, родной. Так. Пробить кого? Надо Лео пробивать. Минус. И добивать Донни. Угу. А так если... Все. 6 волн здесь. Наверное, сделаем с тобой баф. Поехали. Ванек за пулемет взялся. Ай-яй-яй. Волну. Шикарно. Переходим плавно на классику. Так, здесь что там сделать? Наверное, майки заблокировать. Сделаем постепенный отхил. Без него никуда. Так, ну что, пробиваем майки тогда. Окей. Бросаем гранату влево. Постепенный урон. Так, тихо. Не вздумай прыгать. Фух. Так, выпускаем маузеров тогда. Донни. Донни, блин, и майки еще остался. А ты посмотри, захилял. На тебе. Так, клинки брось в него, пожалуйста. Вот так вот. Так, и Рафаэльчик остается у нас один. Раз удар. И 2 удара. Переходим на 4-ю волну. Так, здесь уже посложнее. Здесь оригиналы. Да что ж такое-то? Бомбочку бросай. Угу. Кстати, смотри, ты видишь? Да ё-моё, я хотел показать. У нас только что над Супер Шреддером была такая же штука, как у Микеланджело в тот раз. Там, скорее всего, ребята, была броня. Другого объяснения нету. Так, минус Лео.
Так, тихо. Бомбочку решил бросить. Ладно, хорошо. Падает. Кому достанется? Зэку, наверное, да? Нет, Ваньке. Так, я пока не буду здесь тратить суперудары. А вот баф, пожалуй-ка, мы сделаем. И добьем. Пошли на пятую волну. Так, в конце не забываем черепашки. Космос у нас будут. Секундочку, здесь, наверное, надо заблокировать Дони, в принципе. Угу. Сделаем опять с тобой постепенный отхил. Так, Лео. Лео ускоряет команду и, помимо того, вешает еще и броню. Этот уходит в инвиз. То есть, получается, нам теперь нужно... Давай пробьем Дони для начала. Так, теперь пулеметную дробь. Сбили броню. Так, плюс волна. Все. И последняя у нас команда. Это черепашки космос. Так, начинаем с бомбочки. Хорошо, и шипы. Так, добиваем Дони. Остальные падают, в принципе, от постепенки или от базуки. Все, друзья мои, идеально прошли. Все отлично, никого не потеряли. Так что, 3 звездочки у нас в кармане. И забираем с тобой наградочку. Наградка шикарная, на самом деле, да? 100 жетонов, 20 долларов. Мы даже можем с тобой сейчас сходить в магазинчик сюда. И приобрести... Да, хватает нам. Ну что, друзья мои, берем нашего бибопчика. 3 ДНК, отлично. Так, а за монеты мы берем с тобой шинигами. 66 ДНК из 100. Все. Так, здесь у нас, по-моему, до сих пор еще не хватает мутагена, насколько я понимаю, да? Ну-ка, Дони. Ну да, 30 тысяч нужно. Ну что, ребята, остается турнирная арена. Как ты видишь, я нахожусь в Лиге Мастеров. 1 звезда, что очень плохо. Потому что нам нужно с тобой добраться именно до 3 звездочек. И мало того, что до 3 звездочек, так еще и в топчик попасть. Ну что, берем наших вот этих вот с самого, как говорится, краю. 3-4 отката. Ну, сколько мы можем с тобой добраться сегодня до 3 звезд? Наверное, можно постараться и, в принципе, попасть. Лига мастеров 3 звезды, но не топовое место. Завтра нам кровь из носа, нужно взять топ, потому что в воскресенье... Этот видосик выложится, скорее всего, в воскресенье, ребята. Хотя играется он в субботу. Вот. А в воскресенье уже... Видосик будет выложен в понедельник. Получается так. Но зато я попадаю куда? На буст. Потому что в понедельник у меня выходной. Так, ну что? 16.23 мне не дают, да? Я так смотрю. Ладно, хорошо. Так, Рафаэль, подожди, давай не тебя возьмем, а Усаги. Раз, два, три. Почему-то в каждой команде практически есть вот этот Майки. Я только из-за него, ребят, подстраховываюсь и беру второго, как говорится, персонажа имбового. Ну-ка, давай. Сможет он уложить Майки? Смог. Отлично. Ну что, тут добиваем, естественно, этими шипами и все. Прекрасно. Ну что, двигаемся далее. Смотрим, какая позиция. Прикидываем, рассчитываем, сколько нам нужно еще боев, поединков. Так, 40-й, да? О, 47-е. Тяжело идем. Очень тяжело. Так, ну ладно. Я думаю, здесь будет достаточно, наверное, и зэка. Раз, два, три. Мне еще этих просто нужно отыграть всех, постараться по возможности. И как бы то, что я по 3 персонажа беру, это очень мало. Нужно по 4.
Но я почему-то не уверен, что Супер Шредер здесь сможет всех пробить. Хотя 65-й, 66-й уровень, это ему по плечу, в принципе. Но если будет осечка, ну, он начнет тогда вражеский отряд наших ребят просто кормсать. Ну что, на какое место мы попадаем? 38-й, тяжело идем. Очень, ну прям вот чувствуется. Так, Супер Шредер, возьмем Донателло. Раз, два, три. Так, тут уже кролики 69 уровня. Ну-ка. Вот сейчас как раз проверим. Ну да, в принципе, Супер Шредер он справляется вплоть до 70 уровня. Но опять же, видишь, если бы у меня не было бы Донателло перестраховки, сейчас бы начали бы кого-то бомбить. А у Супер Шредера только одна массовая атака. То есть прикрыться он бы не смог бы второй. Так, ну что, давай 28 место. Даже 10 ступенек не пролетаем. Плохо. Очень-очень плохо. Так, ладно. Давай возьму Ванька, наверное. Раз, два, три. Окей, погнали. Ну что, стоите, аглоеды. Нате вам шипы от Шредера. Упс. Так, Ванек, бомби. Вот как-то так. Без подстраховки, конечно, здесь нельзя. А если мы будем с тобой брать слабых, они не справятся с нашими противниками, потому что по уровню будут проигрывать и, соответственно, будут промахиваться или вообще не наносить урона. Да что ж такое, только 19 место, ё-моё. Зато у нас 1572 доллара. Если нам чего-то не хватит, на откаты мы можем с тобой спокойненько докупить. Вот, 17-23, отлично. Так, ну что, возьму Лео здесь тогда уже. Раз, два, три. Что-то мы только до Пита добрались, там еще целая армада у нас позади стоит. Откатов не хватит, скорее всего. Так, ну что, поехали. Шипы. И Лео делает свою вертушку, естественно, на добивку. Отлично. Так, еще в планах сегодня попробовать успеть, я не знаю, поиграть всадники Олуха и Юрский парк. Но это в планах, ребят. Не знаю, как получится, за 2 часа успеем ли мы. Но если брать где-то в среднем минут 20 на серию, да? То есть черепашки 20 минут. Потом драконы-всадники Олуха тоже, да? Там, например, 20 минут. И Юрский парк тоже 20 минут. То, в принципе, можно в час уложиться. И час на то, чтобы поставить это рендериться для того, чтобы завтра уже выложить. Так что попытаемся. Поехали. Так, постепенка только на двух легла, да? Сюда вот. А, можно ракетами. Все. Ракетки, как говорится, свое дело сделали. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Ну-ка, смотрим. Переходим. Так, мастер 2 звезды. 96-я позиция. Очень тяжело идем. Так, а здесь 72-й уровень Микеланджело. Надеюсь, мы уложим его сразу же спать. Подожди-ка, может быть, не надо так рисковать. Лео, подожди секунду. На всякий случай я возьму Джастина. На всякий, ребята, случай. Вдруг что-то пойдет действительно не так. С этим Майки лучше не шутить. Зная его капризы. Поехали, смотрим. Блин, ну ведь откуда же я мог знать, что Супер Шредер так замечательно сходит, а? Конечно же, не мог. А взял бы его одного, возможно, он бы не попал бы по нему вообще, не повесил бы постепенный урон, и все. Лучше перестраховаться, согласись. Так, ну что, 86-я позиция, поехали дальше. 17-23. Так, опять он здесь лезет, ну ты посмотри, а. Возьму, наверное, так, Рафаэля.
Ну, вот такую вот команду мы с тобой соберем. Зачем я, правда, так делаю, не понимаю. Если мне нужно еще отыгрывать своих слабеньких ребят. Поехали. Постепенно почти на всех. Ах ты, муха ты навозная. Вот, вот об этом я и говорил. Стоит кого-то не добить, особенно если это хиллер. И вот он начинает. Так, ну-ка, липкая паутина. Угу. Хорошо, что у нас есть Рафик. Да? Вот это плохо. Вот это плохо. Если сейчас еще... Нет, слава богу, его подбили. А ведь он мог, ребята, сделать удар. Этот, как он называется-то? Сюрикены. Массовая атака. И тогда вот у нас бы здесь бы полегли бы. И Паукус, и Донателло, и все остальные. Рискованно, конечно, было, но... Слава богу, обошлось. Так, местечко у нас 76-е. Так, возьмем Супер Шреддер плюс Леонардо. Ох, сколько тут еще у вас. Тут, в принципе, до тупого места у вас персонажей, но, боюсь, у нас мутагена не хватит. Так, ну что, поехали. Так, шипы сработали. И Леонардо, естественно, добивает своей вертушкой. Все. И, кстати, мутагена у нас хватит для того, чтобы поднять нашему Донателло уровень. Так, поехали. Сейчас какой будет? 66-е? 67-е. Угу. Так, 17-23. Ну, уже получается, мы тратим с тобой по 2 отката. И максимум, если смотреть, сколько у нас останется, это на 10 поединков. 10 поединков — это мало. Надо больше. Ну, на худой конец можем прикупить в магазине. Слава богу, у нас за доллары продаются откаты. Еще раз напоминаю, 10 откатов стоит 250 долларов. Ну, отсюда делаем выводы. То есть 250 долларов — это стоит у нас 5 битв. Если тратить по 2 отката. Так, ну что, какое там местечко у нас? 55-е, окей. 17-24. Естественно, берем 17-24. Это уже максимальное количество кубков. Выше уже не будет. Раз, два, три. Там точно мы отыграли всех, да? То есть мы с тобой вот 55-й уровень теперь отыгрываем. По возможности. Так, ну что, хламоны здесь стоят, ждут. Поехали. Постепенно урон на всех, но это уже не важно, потому что Леонардо, соответственно, всех их добьет. Ну, а мы с тобой дальше двигаемся и смотрим, какую позицию будем занимать в этот раз. Ну-ка. 45-е. Ну, 10 ступенек мы пролетаем. То есть, соответственно, нам... Ну, должно хватить, чтобы мы перешли с тобой в Лигу Мастеров. Так, в Лигу Мастеров 3 звезды. Давайте ко мне 17-24. Хорош жмотничать. Я же видел, что было такое. Так, вот. Поехали. Такой расклад меня вполне устраивает. А то дают мне 17-23. На дурочка косят, да? Поехали. А, еще, ребята, проблемка в Kingdom Rush. Что у меня на телефоне все сейвы и все это сохранилось, а почему-то на эмуляторе начинаю все с самого начала. То есть не синхронизируются записи, не знаю, с чем это тоже связано. Вот, пробую на разных эмуляторах. Может быть, когда-нибудь сработает. А так все говорит о том, что нам придется, наверное, играть с телефона. Так, ну что... 17-24, давай, ё-моё. Шреддер, Лео. Раз, два, три, окей, поехали. Побежали.
Да, ребят, я знаю, это тоже вот мне лично самому тоже неинтересно постоянно бить вот Супер Шреддером и Лендарда. Ну, я просто другого варианта не вижу, понимаешь? Расклада здесь не может быть какого-то там на равных сыграть или не на равных. Это только фейл. Потому что если мне нужно отыгрывать моих слабых персонажей, тут только такой вариант прокатывает, поверь мне. На равных здесь не сыграть. Это только на бусте, когда мы с тобой начинаем, да? Там можно отыграть на равных. Там, в принципе, и начинается как бы с нашим преимуществом. Потом ближе к середине где-то мы с тобой начинаем сравниваться с нашим противником. Ну и ближе уже к концу нам приходится уже брать топовых персонажей для того, чтобы там как-то сравниться. А здесь, как говорится, когда уже топовое место разыгрывается, здесь нельзя сыграть на равных. Здесь нужно обязательно брать своих топовых персонажей и отыгрывать слабачков. Вот и все. Поэтому приходится вот так вот и делать. Но я вам спрашивал тогда, будем мы, ребята, это делать? Вы сказали, да, делай, ничего не пропускай. Так что я умываю руки. Так, ну что, поехали дальше. Нет, подожди, 17-24, я не хочу брать. Где майки? Началось, да? Началось, они мне не хотят давать, прикинь. Все, есть. Нашли. Давай я вот так вот сделаю. Раз, два, три. Ну, в три звездочки мы с тобой попадаем буквально через бой. Все будет хорошо. Поехали. Шипы, это стандарт. Постепенно на все, кроме Шреддера. Шреддер может захиляться, но мы этого не позволим. Отлично. Вот так вот. То есть Супер Шреддер это у нас основной, как говорится, дамагер, да? Остальные уже идут там на подстраховку. Ну, да какой там, ну, ребят, еще поединок надо сыграть. Кажется, ни нукой не запрек. Так, Супер Шреддер. Армагоша. Раз, два, три. Так, сколько там откатов? Я что-то не посмотрел. Ну, я думаю, что еще пару поединков, да? В принципе, завтра мы уже с тобой возьмем топовое место и будем, естественно, ждать понедельника. В понедельник у нас буст. Новые события, новые испытания. Так, тихо. Отлично, упали. Побежали дальше. Сейчас точно мы возьмем с тобой три звезды. Отлично, друзья мои. Какое место? 97-е. Так, еще у нас 5 поединков будет доступно. Поехали. Так, бойцов-то хватит у нас на 5 поединков. Ну, в принципе, наверное, должно хватить, да? А 5 поединков это где-то 10 ступенек. То есть, получается, где-то до 50-го места мы должны добраться. Ну, 60-е, 50-е, вот так вот. В этих районах должно быть. Сейчас посмотрим. Если у нас сейчас 98-я, да? Или 99-я позиция. Смотрим, сколько мы с тобой берем. Если ступенек 10 перепрыгиваем. Смотрим. Сейчас должна быть 87-я, да? Ага, ну тут взяли 11 ступенек. Отлично. Все пока идет как надо. Так. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Так, получается еще два поединка, не считая этого. Блин, тогда, наверное, не получится. Ну хорошо, пускай даже будет 60-е место. Завтра мы уже добьем. Правда, опять неизвестно, завтра приходишь с работы после ночной смены, ребят, согласитесь. Особого желания нету садиться, просто потому что тебя рубит. Естественно, вырубает спать, ты ложишься спать, просыпаешься где-то. Но это в лучшем случае, если себя заставить, это в 4 часа. Ну а в 6 мне опять уходить. Не знаю, но я постараюсь. Так, ну что, возьмем с тобой вот это вот тогда. Сюда, сюда. Раз, два, три. Да, получается еще один поединок только у нас остается. Но зато я не буду тратить откат.
наверное. Так, тихо. Давай-ка. А, вертушку сделаем, да и все. Отлично. То есть я потрачу всего один откат на нашего супер-шреддера, а остальных доберем так. И это как раз у нас получится фулл пати. Ну да, это получается где-то 53-я позиция должна быть, по идее. Так, берем вот эту вот команду. Раз. Вот так вот. Главное, чтобы не ухуркали мне Сплинтера. Потому что он здесь самый слабый. Поехали. Так, Рахзар. Так, а постепенно урон висит на всех абсолютно, поэтому давай тогда сделаем вот так вот. Окей. Отлично. Да, тут, конечно, Супер Шреддер постарался. Просто на всех висел постепенный урон. Отлично, ребята. Ну что, это был у нас последний поединок. Местечко мы с тобой получаем 52-е. Поверь мне, до завтрашнего дня меня скинут, ну, максимум до Лиги Мастеров 2 звезды. Все равно будет проще подняться, чем, извини меня, как говорится, начинать с тех же самых сёгунов. Тут всего лишь одну лигу надо подняться. Так, ну что, ребята, прокачиваем, значит, нашего Донни. Вот, остается еще два уровня, и все, ребята. И беремся за другого персонажа прокачивать до соточки. Либо Майки, либо Стиранка, либо Джастин. Пишите, короче, в комментах, кого будем прокачивать дальше именно до сотого уровня. Так, забираем здесь. Забираем здесь. И все, друзья мои. На этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.